дай хату. Я требую аудиенции. Он здесь. Просыпайтесь, хозяин. Просыпайтесь. Он вырезал охрану. Он... Ух. Ты прибыл на день раньше, убил двоих моих охранников и ждешь от меня радушия? Я убил всего двоих. Не заставляй меня жалеть о моем великодушии. Чем могу быть полезен Империи, повелитель Вейда? Не при свидетелях, Хат. Итак, что от меня нужно Империи, повелитель Вейда? Не Империи, мне. Завтра я вернусь с официальным визитом. Сегодня же я пришел по личному делу. Хе, даже не пытайся провести свои игры разума. На великого Джаббу они не действуют. И не думал, Хат, это не в духе ситов. Ты уже давно не имел дел с джедаями. Их больше нет. Я тому причина. Смотри, не оступись. Тебе известно, сколько восстания даст за твою голову? Да одна лишь сумма, что предлагают за тебя тайные организации, уже комплимент. Вейдер, кулак Императора, в одиночку прокрался. Никто и не прознает, исчезни ты. Смотрю, ты знаешь достаточно, чтобы самому не оступиться. Но скажи-ка, ты храбрец или глупец? Не в этом дело, Хат. Дело в том, кто ты. Ох уж эти джедаи. Всегда все усложняют. Повелитель Вейдер, давайте не будем торопиться. Ты назвал меня джедаем. Ты ничего не знаешь. Темная сторона не играет с разумом. Мы предпочитаем силу. Ты понял? Да. С вами сложно договориться. И это, несомненно, вызывает уважение. Как-то лучше. А теперь к делу. Итак, Вейдер, объяснись, в чем теперь дело? Я прибыл на Саймун-1 для переговоров с посланцами Хата касательно обеспечения безопасности его средств и обнаружил, что Луна атакована отрядом повстанцев. Мятежники проникли туда под видом посланцев Хата. Они пытали инспектора, пока не выведали коды базы, после чего попытались уничтожить главный реактор и почти преуспели в этом. Серьезный удар по нашему производству. Что с инспектором? Я привез и гадина с собой. Предположил, что вы захотите сами все услышать. Мы удостоверились, что он ничего не скрывает. И в дальнейшем, уверяю вас, инспектор и гадин больше нас не подведет. Агенты восстания доставили мне неприятности. Они... Довольно о них. Поговорим о провале. Инспектор больше не подведет, а ты, Вейдер. Мы поддерживали видимость Республики почти 20 лет, пока строили Звезду Смерти. 20 лет, мой ученик. И сейчас все наши планы лишь горстка пыли на орбите Ерина. Теперь нет ни Сената для порядка, ни Звезды Смерти, чтобы его поддерживать. Наше величайшее оружие потеряно. Наше производство в руинах. Мы окружены врагами. За все эти годы мы впервые так близки к катастрофе. Благодаря тебе. Ты поместил на корабль повстанцев маячок, а затем дал им сбежать с планами Звезды Смерти. Намеренно.
Я несу полную ответственность за свои действия, но вина лежит не только на мне. Величие оружия стало причиной его уничтожения. Даже вся мощь этой космической станции не сравнится с сил. Довольно, Вейда. Да, Таркин и Моти с остальными виновны не меньше. Но лишь ты выжил, чтобы понести наказание. Ты единственный выживший в величайшей военной катастрофе за всю историю моей империи. А, да ты и впрямь избранный, Вейда. Избранный стать целью моего гнева. Я все исправлю. Я раздавлю восстание. Нет, не думаю. Ты считаешь, что умен, но показал себя не более чем послушным инструментом? Ведомым, а не ведущим? Так я всегда возражал против масштабов Звезды Смерти в качестве исключительного оружия. Он один понимал всю угрозу восстания. Пока не будет построена вторая Звезда Смерти, мы будем руководствоваться его доктриной. Счастье, что он покинул станцию до ее уничтожения и вернулся на свой любимый флот, иначе мне ни на кого было бы положиться. Я назначаю его главнокомандующим, ты будешь подчиняться его приказам, но сначала закончи свои дела с Хаттом. Если он никого не прислал в ядро, значит, мы сами должны отправиться во внешнее кольцо. У нас нет времени на переговоры с Крайморой или другими главарями преступного мира. Он будет ждать тебя через 2 дня. Заверши сделку. Я не привык торговаться. Значит, пришло время научиться. Мы должны пережить этот этап. Со временем Империя завоюет внешнее кольцо. Уже не в первый раз. Чтобы обезопасить центр, надо отправляться на периферию. Кроме того, повелитель Вейдер, путешествие на Татуин. А, сладость воспоминаний. Ах, да, славно. Вас-то я и ожидал. Кто это, учитель? Не твоего ума дело. Вы что-то от меня скрываете? Повелитель ситов задает вопросы в ожидании смиренных ответов. Плохо же я тебя обучил, если ты на это рассчитываешь. У тебя все? Кто это был, повелитель Вейдер? Старик, который думал, что в силах помочь одаренным детям. Он ошибался. Сила в нем велика. Я был там, на Звезде Смерти, и видел, что ты с ним сделал. Ты убил мастера Кеноби. Стой! Этот меч. Я знаю это оружие. Когда-то оно принадлежало. Мальчишка. Оби-Ван отдал ему мой меч. Ничего особенного, учитель. Тогда ступай. И больше не подводи меня. Я задал курс, сэр. Мы должны пролететь по всему кольцу, чтобы собрать товары, но все равно успеем вовремя вернуться на встречу на Татуине, сэр. Сначала доставь меня на Татуин, затем собери, что требуется, и возвращайся. Это займет больше времени, сэр, чтобы все успеть, двигатели. Будут проблемы лишь в случае, если ваши инженеры некомпетентны. Вы не согласны с моим утверждением? Если да, то в таком случае это бросает тени на вашу компетентность. Мы успеем, сэр. Хорошо. А теперь оставьте меня. Я буду медитировать. Вы заказчик? Да. А вы лучшие наемники Хата. Готовы принять вызов, охотники за головами? Скажи, что делать? Тогда узнаешь. Пилот Икс Крыла. Он знал Оби-Вана Кеноби.
Улетел с этой планеты на контрабандистском судне тысячелетний сокол. Корабль знаю. Живым или мертвым? Живым. У меня к нему дело. А черный корсантом? Нужно проследить за одним агентом. Он выполняет тайное задание Императора. Я хочу знать, какое именно. Приведите его ко мне. К нему есть разговор. Не подведите меня. Подведу, только если ты за это заплатишь. Я найду парня. Черный корсантом приведет агента, если не в целости, то в сохранности. Хорошо, тогда приступайте немедленно. Я и так уже слишком задержался на этой планете и закончил все свои дела.